стал. За последний год погибло уже 6 поп-звезд. И у всех один и тот же взгляд. Счастливо оставаться, мир. Только одному человеку по силам разгадать тайну этого взгляда. Я ушел из моды. Потерял искру. Ты же Дерек Зуландер. Ты сумел остановить смертоносную звездочку взглядом. Знаменитый взгляд под названием «Магнум». Стой! Нет! «Магнум, ну же!» Вот тебе! Текила! Может, лучше губкой для посуды? Дерек Зуландер, я из Интерпола, отдел глобальной моды. Она секси. Я ей верю. Что ты вообще знаешь о моде? Я рекламировала купальники. Сочувствую всей душой. Я никогда бы не смогла войти в ваш мир, а все из-за них. Жуть. Ты уверена, что Зуландер тот, кто нам нужен? Эй, красавчик! Черт, пап, да что с тобой такое? Вам придется проникнуть в мир высокой моды. Знакомьтесь, величайшая супермодель в мире. Это все. Величайшая модель среди мужчин или среди женщин? Все может все. Он спрашивает, что у тебя, сосиска или булочка? Упс. За всем этим может стоять только самый гениальный суперпреступник. Тюрьма изменила меня! Зло проникло в самую мою сущность! Ну и где мой чертов латте? Кто сказал, что от модели в купальниках нету толку? Возьми-ка меня сзади. Возьми так, будто от этого зависит твоя жизнь. Нет, не так. Вот так. Для безопасности. И плавучести. Постой, что? Мы плывем обратно в Рим. О, ну ладно.